Да, всем привет, меня попался ЗР. И мы играем против чуваков. 2 на 2 против подписчиков с подписчиком. Ну вы поняли. Не хватает 5 раундов. Подписчикам, которые едят. Да, что ты сказал? Неважно. Это никто не поймет. Ну ладно. Вот он. Так, направляем. Разведка. Разведка, разведка. Вообще мы хорошо заспавнились, но ты первый момент это вот тут заспавнил, а я не вижу тут. Ага. На две стороны. Evolution complete. Интересно, во что мне сейчас пойду. Най-най. Я бы просто там два варианта развития, либо в наземную войску. Побольше чем. На самом деле вариантов до хера, и я сейчас их буду блинбасить, пробовать. Ну не блинбасить, а бомбардировать, так сказать. Покинуть. Да. А потом в мут перейду. Я так планирую. Жмись, сука, жмись. Вот. Так, что-то я завтыкал с пулом. Бывает. Да. Как тебе повезло с пулом? Что мне повезло? Почему? Вторая база, видишь? Зато дрон не отбивался. Собачий. Не будет. Да. Охуенно. У меня уже третья база есть. Я халявлю. Дроны не отбиваться, а зелот, что ты говорил. Ну и ладно. Я мамке все расскажу. Так, что-то я ступил. Ой, я ступил. Это насчет. Только сейчас врата строят. Они решили пойти к твоему методу. Строить войска позже всего. Вон врата есть у него. Так, это мой метод, суки. Я его запатентовал почти. Ключевое слово почти. Да. Суки. Ключевое слово говорят суки. Чё ты не идешь на минерал, а? Сразу. Evolution complete. Опа, Queen complete. Так, чё там ещё? Давай полеточку построим одну. Пошел нахуй. Убирай своих воздушных пилот. Ну, одного уберу. Второго нет. Зато сейчас блинбастить буду. Как божок. Понимаешь? У меня надзирателя, сука, не хватает. Понимаешь мою боль? Знаешь, это не сам. Я завтыкал. Ладно, похер, Бейлинг Баст. Зато много риски. Ой. Меня спалили. Нахуй. Еще не спалили.
Давай в тебя едем. Бля, быстрее! Я эту ускорялку-то не поставил. Короче, да, быстрее, может, другой там сейчас ставим. Да я уже молодец. Но я видел, что молодец. А, так молодец. Да. Я их норма так покусал. А я думаю, что мне не хватает надирателя, мне их захерачили всех, оказывается-то. Все просто оказалось на деле. Ладно, я думаю, пора переходить. Что-то технологичное. Technological. Technological. Так. Хочу делать второй пульт. А мне насрать. Очень ничего нового. Он идет в массу воздуха. Масса воздуха это опасность. Его нужно ловить первым. Да. Ты можешь делать это риском. Они очень быстрые. Муталити. Им можно и рабочих убивать, и прочее. Это да. Аксимилятор есть. Мы можем строить только на слизи. Понимаешь мою боль? Только сейчас выхожу на третью базу. Это не будет. Да. Так. Ну ты как бы, блять. Ладно, я последний раз попытаюсь за рынками зарашить. Да уже не пытаться выкинуть, уже 7 минут. Да хер их поймешь. Я вон того, знаешь, как покоцал парабан. У него сейчас 4 минуты, а не 7. Не хватает, прикинь. Чумочит. Что-то подсказываешь, что надо делать видео. Я пошел. Я побежал. Не спешим добивать. Сейчас, заскань. Опа. Да, насрать, я побежал. Смотри как. Сожри их всех. Давай, давай, давай. Такой момент опустил. Да, что-то он быстренько развелся. Ладно, муты так муты, уговорили. Ну? Ой, у него мамаши. Уже? Ну, мой семейский корабль скоро будет. Опа-на. Грейд 1-1-1. Опа-на. Ну, вас сразу. Так, подожди, подожди. Мамашип. Кого-то одного нападать здесь. Да, это точно. Значит, пизды вкачаю одному, второму. У него все на одном пилоне. Прикинь. Хуй тебе. О, колосс. Колосс это опасно.
вас тоже идет наш великий алмаз Кризи. Куча излучателей со всей стороны. О, как могу меня резать. Охранники куда? Пора строить четвертую базу. Да. Сказал, как отрезал. Блять, чё тут так мало места для баз? Всего 4 базы, да? Вообще мало. Так, нам уже варить аут, и выходит воду. И он наиболее опасный для всех. Окей. И что, на Виамус посредством это все? Сразу. ГГВП? Грелок примерно где-то 50. Атака второго уровня. О, а что насчет мира? Такой недавно давно мир тебе. Страшно ты. О, у меня уже не мир твой. А лети, даже не мир. Удивляй, что просто искать. Хуёво всё. Так, давай нападать на вот эту. Понеслась. Так. Опа. Да, блочка. Все, поехали. Ой. Лаги. Тебя там отымели? Меня отымели. А ты это для них пробу. Это да. Это же хорошо, но не тренироваться, накопили дохрени. Это да. Но они четвертую базу не ставили. Так что есть шанс. Я вам, по-моему, синего позвал к себе, да? Шанс есть. Синик пришел-то к нему, да ведь? Да, синий пришел. Я ему сюда почти все полосы пить. Ой, бля. Как страшно все. У меня уже хуй за кучу маленьких. Я единственное, что смогу быстро к тебе присылать этих зерлингов. Все. Тебе сойдет? В общем, зер. Там собаки, ой. Не только собаки. Ну, грелки ты на себя бери. Помогай. Да, вон. Что-то бежит к тебе. Тебя отымели? Сейчас, ладно, все пришлю, что есть. Бля, что ты дохуя, чувак. Я не справлюсь. Мне лучше форсить их. Нет.
базу. Вот, мама шит. Я это и делаю. Больно, правда. Печалька. Бля, ну угрызу 3-3. Меня разровняли грелки. Слушай, ты с самого начала какой-то говно. Ну это я умею заргать. Тебя шоколадная радует, да? И чё? И чё дальше? Ну все, это все. Это the end. Да до хера. Чё с ним делать? Он был на совместных. Да. Там группу сильно скучно. До последнего сражаемся. Зеленый что-то хера ресурсов. И это печалька. Ты себе пошел купить нормальную тактику. Если бы таковы. Ой, быстро их что-то. Очень быстро.
Да. Да. Все, последние собачки сдохли. Ну ладно, да, давай, сдаемся. Ой, жесть, жесть. Угас. Пошел. Так я с зерга не умею играть. Дал им шанс на выигрыш. Че, нельзя что ли? Ладно, всем.